Строительство новой автодороги, пятый километр Балаклавского шоссе Максимова дача-Дергачи, началось. Предполагается нарастить на 8 метров вверх насыпь через балку у вещевого рынка. И это приведет к расширению основания насыпи, установке подпорных стен. Пока идет снос тополей южнее дороги. Ну и популярный родник попал в зону стройки. Над нынешним родником будет установлен смотровой колодец глубиной 8 метров. Остальная труба с пластиковой вставкой выведет воду к новому оголовку в основании насыпи. Древний водовод, идущий по правому орографическому борту балки, 15 веков назад снабжал Херсонес водой. Бульдозер повредил свод и стены древнего гидросооружения. Проектировщикам предстоит решить непростую задачу и ответить на вопрос, а что же будет с водоводом и родником.